Ну, вот последний волнорез там он стоит, он заграждает, он пишет, как бы идет квадратная такая зона загражденная. Возвращаемся из Яффа. Поэтому пляж, я тут место не снимал еще раньше на видео. Тут пляжа нету, камни. А там вот за Малами как раз пляж находится. Яффа на горизонте, переходный период, а тут Тель-Авив начинается, наверное, с этого квартала большого, условная такая граница. Ну, наверное, она все-таки где-то на карте обозначена как зона административной ответственности. Смотри, тоже птичка такая симпатичная. А когда летит, у нее крылышки такие разноцветные. Вон они, смотри, вон, видишь? Туда. Сейчас я засниму, что там за плакатик. А вот я засниму, что это такое. Вот. Цветочки с орошением. Чарльз Клор Парк. Ставлюсь в 1974 году. Thank you.
это наш дом написано. На иврите и на русском. Вечно им память. Память о девушках и юношах, трагически погибших на этом месте в результате террористического акта канун субботы 1.6.2001. Их было 21. Да. Сколько наших? Много.